сколько не было людей днем. Жара 39-40 градусов. Вот сейчас без 10-10 вечера. И аттракционы полные, очереди на всех аттракционах. И там, где взрослые катаются, и там, где вот маленькие дети, потому что днем во время жары невозможно. Поэтому завтра буду просить, чтобы эта компания, которая их установила, чтобы они, если есть возможность, работали до 10 или там лучше до 11 вечера, потому что во время жары невозможно просто прикоснуться к батуту, настолько они горячие. А вечером, пожалуйста, все аттракционы полные. Поэтому, кстати, имейте в виду, четверг, ребят, последний день, четверг включительно аттракционы работают. Исполняется 3 недели. Вот такая обстановка берется, главное, дети счастливы. Нравится? Какие аттракционы больше всего нравятся? Экстрим, идеально, хороший. А на экстрим пускается с родителями? 16. Нам с родителями, нам папа. С родителями пускают, да? Да, с родителями. Ну, понравилось, надо дать. Да, да, все, да. Ага, повтим, третий сплит. Сара Пирогова и Мадина, женщина. Thank you.